Ну а что думаешь вот о японских, о японках, о самих? Ой, что думаешь, какие японки вот? Это просто прелесть, особенно когда она обнаженная. Я же такая сучка, у меня все подруги японки. Нет, ну просто у японок есть одна такая... Расскажи нам про обнаженных японок. Можно, да? Нужно. У японок есть одна, да, одна вообще тукучу просто особенность. Из всех особенностей они... У них вообще зацикленность на волосатости. Это, видать, потому что они все стремятся, чтобы у них кожа была белая, они не загорают, да? А волосы у них сам черный. Угу. Вот они бреют реально все вообще. Я, кстати, тоже по японской моде стала брить руки. У нас в России... Нет, в смысле, я сейчас говорю. У нас в России нет же такого понятия, как руки брить. Ну, просто когда я жила в России... Уже есть, да? Если черный волос. Не, ну как бы да. Я дальше-то не знаю. Я побрю. Нет, просто у нас-то у европейцев руки, эти волосы, они не такие заметные, как у иностранцев. Ой, как у японцев. Поэтому у нас русские девчонки много вообще даже. Да. Они не бросаются в глаза так, как это у японок. Японки же бреют лицо. Они бреют руки. Реально, они бреют лицо. Кстати, да, я видел, что лоб бреют. Они бреют лицо, они бреют руки, они бреют спину. Вот спина – это просто вообще уникальный прибор есть. Такой, на такой длинной палке станок, вот на такой где-то. И вот когда ты приходишь в ансен, это их общественная баня, и вот они там сидят такие возле этого душика, ты видишь картину, мне просто реально хочется всегда заснять этот прикол. Они этой длинным станком так вот бреют спину, это просто вообще. Если вдруг забудет, там, не знаю, неделю не побреет спину, там у нее щетина будет? Ну, я видел, ты знаешь, в метро, там, несколько раз, такие волосатые спины, там, волос по сантиметру где-то такой, ну, не черный, то такой довольно-таки заметный, да. Тем не менее. Соответственно, ноги, спину, что? Ну, конкретно все, кроме, это реально особенность. Не знаю, да, кроме от... интимного места, кроме вот, да, линии бикини. А что, там не бреют вообще? Но сейчас... Не то, что за линией. Они, ну, вот сейчас, которые молодые японки, такие там, гяру, да, как их называют, они многие есть, которые, да, ну, бреют, и там тоже. А в основном... Нет, ребята, нет, Дед Мороз. В основном они не бреют. То есть вообще, да, никакого там, знаешь, бывает не просто сбривать начисто, а вот стрижки там. Какой-то просвещенный. Нет, да какая стрижка, ты что там? Еще просто. Блин, я не хочу, конечно, выглядеть сейчас какой-то извращенкой там или еще чем-то. Просто когда ты видел, ты свидетель. Я реально, я конкретный, да, свидетель, потому что я люблю эти их общественные бани. И там конкретная, да, вот прям, как будто бы они никогда даже не прикасались. То есть там лес, с чем черный, это темный лес. С чем это связано? Почему? Ну я спрашивала, кстати. Японцы предпочтения именно такие или почему? Они пытаются угодить мужчинам? Я спрашивала тоже у японок, они же такие стеснительные. И считается, что раньше у ну, то есть в японской нации, да, вот линии бикини. За линией. За линией, точно за линией бикини. Там вот это все волосатость убирали только женщины, там проститутки, допустим, легкого поведения, такие, которые. Или которых, те, кто в порнухе снимается. Да. Или у которых активная там личная жизнь, да, то есть бурная личная жизнь. То есть такое не очень хорошее впечатление создается у некоторых там японских мужчин, да. Но вот хотя вот молодые сейчас японцы вроде бы как наоборот, ну, ты с кем не разговариваешь, говорят, что. Ой, типа, нет, боже мой. Да, боже упаси там. Но многие японцам, тем не менее, кажется, что это вот близость к природе, знаешь. То есть вот такое есть мнение у японцев. Действительно, когда спрашиваешь у японского мужчины, вот, ну почему тебе, там, ну почему он нравится, натуральность, да, такая, натуральность. Да? Вот им кажется, что это, да, какая-то вот близость к природе, что вот женщина такая, как это, не то что невинная, ну вот да, такая. Это какая-то. Контраст такой получается, то есть да. Ты бреешь лоб, руки, там, спину. Это конкретный контраст, да. А остальное у тебя там заросли кустарные. Это конкретный контраст. Япония — страна контрастов, да? Действительно, вот даже что касается женщины, это вообще...